Ты сюда угол? Вот это здание. Вот. Тут где находится этот. Все, иду обратно. Показал, а? Где находится. Сейчас по эту квату. Сейчас во двор зайду. Там немного писали. И спрашивают дом. Сейчас во двор зайду, покажу ваш дом. Здесь 10-я школа. Впереди 10-я школа. Так, свину во двор. Мне там говорили, писали, что покажи дом. Сейчас вам ваш покажу дом здесь. Вот, смотрите, вспоминайте. Вот. 16-27. Вот ваш, вот этот дом. Смотрите. Кто здесь жил? Ваши дома здесь, помните, увидите. Вот этот дом, сейчас я вам скажу. Вот этот дом, сейчас я вам покажу, это какой дом. Вот ваш. Скажу этот дом название. Узнаете свой дом. Ну здесь тоже покажу с этой, с другой стороны улицы ваш дом. Кисун идет, котик. Вот он какой красавец. Смотрите, как красавчик. Кисун. Красавица. Да. Привет. Здравствуй. Котик. Начал крутиться. Да, это домашний кот. Если ты с первого этажа спрыгнул. Видишь, какой он чистенький, такой плотный. Пухляш. О, хорошо кормит. Красавчик. Кисун. Все, солнце, он горит. Балдеж. Ну лежит. О. Еще одни. О, гуси здесь. Это гуси. Нет, не гуси, это утки. Смотри, как будет уток. Утки. Так, захожу во двор. Я скажу вам, ломайте. Дом 27Б. Дом 27Б. 5 дом 27. Вот ваши дома, может, вспомните здесь. Так. Вот это. Смотрите, вспоминайте. Ваши дома. Так, все. Мы показал, там уже был, оттуда еще пришел. Вот показал ваши дворы, дома. И вот он, это котик. Он здесь живет. Вот это во дворе он живет. 5-27 в доме. Вот он. Такой. И там утки. Тут здесь утки держат. О. Такие белые, красивые.
уточки. Я думаю, это гуси. Гуси тоже такое бывает с этой беды. А по носику видимо, это утки. Вот они, утки. Такие красивые утки. Такие красавицы. Ой, сколько здесь уток. Сколько почти спас. Смотри, красивые. Красавицы. Такие красавчики. Вот этот дом тоже. Смотрите, может вспомните ваш дом здесь. Сейчас со двора будем уходить. Еще один кису лежит на скамейке. Чуваненький такой. Смотрите, можете вспомнить свой дом. 4 до 12 был. Во дворе дом был 4 до 12. Вот это улица Бахи. Вот следующий этот дом. Все, выхожу со двора. Так, перейду, не ту во двор зайду. Иду дальше. Ой, еще один кися. Здесь кошечек много. И здесь куры. Здесь там целый зоопарк. Такой отель. 17 такой отель. Вот, я что вам сказал. Куры, петухи. О, куры. 18 кватели. 18 кватели, здесь зоопарк. И вот здесь куры. О. Петух там орёт. Его 10-я школа. Вот и 10-я школа здесь. Вот этот стадион, школа. Ха, что поехало? Все, я вышел с 15 кватала. Вот это 26 кватал. Улица Гедалиева. То иду к базару, к своей остановке. Вот здесь собачка лежит. Такой песик. Вот. 26 квартал. Через дорогу. Это я сейчас. Через 4 квартал к 26 кварталу иду. Гуляем по Сунгаит. Пойдем так свинем к 26 кварталу. И пойдем по улице Низами. Через Низами пойдем улицу. Там пересекается. Посмотрим, как по улице выйдем. 26 квартал. Через дорогу 4 квартал. У вас по всему Сунгаиту прогулялись со мной.
Детский сад, красивое здание. Советское здание детского сада. Уже улица Князами, бывшая Тайвань линия. Что вы хорошо? Россия. 26 квартал. Улица Низами бывшая, там Анини. Когда угол будем приходить? Все. Идем дальше. Все, прямо я так иду. К улице. Улица Наймана выйду. Вот тут к улице. Со школы дети. Это физкультура у них. С первой школы. Рядом первая школа. У них физкультура. У детей физкультура. Так бегают. Многие вспомнят, по физкультуре так бегали. Все так бегали. Кто учился в школе, урок физкультуры. Это спелая школа. Они на круге мотаются. По кварталу. Сейчас они оттуда повернут направо. Потом опять. Опять направо в школе. А потом. Учитель такое задание задал. Бег. А, не дальше. Наверное, к сону это. Палку. Там ноги, да, все там палку, все бегают. Ты можешь все физкультуру занимается. Палки тут вниз к объезжу, к бульвару, к морю. Мост к бульвару. Урок по скульптуре с учителями туда вниз. Это улица Найманова. Через завод 14 квартал. Все прямо иду. Дальше 11 школа. Все, я дома. Там база 100 зашел, купил пару покупок. До дома что не уходить. Там, там были скидки, подарки, акции там всякие были. И зашел база 100, взял. База 100, смотрите, что это там новенькое. Не слеп, но ты пазл. Можно вот такой колик собирать пазл. И вот сейчас скажу. Ну ты вот такие
шоколадки. Вот комплект входит. Тесто покажу. Вот. И вот такой пазл. Вот. Он стоит 2 маната 59 копеек. Со скидкой. Вот такой пазл там собираете. Вот хорошо нападало. На Новый год вот эти такой коробочка вот с конфетой. 1, 2, 4, 5, 6 штучек. Каждый по одному. Перемешайте и собейте картинку. Вот так. Вот такой пазл. 2 мат 59 копеек стоит. Вот такой подарок вручить детям. Вот детям так подарить. На Новый год такой коробочки не следует хорошо. А я не слишком люблю его как. Там же как какао его, такой, как горячий шоколад есть, его хлопья, если на завтрак. Его шоколад мне нравится. Вкусно хороший. Несте. Хороший это шоколад, его продукция. Вот хороший. Я уже его не перерасбил уже давно, еще когда. Это Несте. Он уже давно сколько лет. Это взял, сейчас показываю, что еще взял. Здесь внизу вот пакеты. Что-то воды захотел. Вот такой седобил Славянка, это наша вода. Минеральная такая вода, Славянка. Вот. Сейчас. Вот. Стакан погодался, воды выпью. И продолжу вам показывать, что я взял. По застой маркете. Воды выпил. Конечно, полегчало. Все, у нас жалко погода. Все, он только сколько воды выпил. Это у нас здесь такие гранаты. Вечером порежем маме. Такой. Почище дам ей. Гранаты такие. Вот выпил. Это мама сказала. Сейчас покажу остальное. Что взял. Так. Вот взял йогурты. 4 штучки. Мило. Очень вкусные это йогурты. Сейчас все поставлю на стол. Наш соус. Сырный соус. Пенделис. Соус. И вода. Вот сейчас. Вот такая фанта больше новинка. Я газировки редко. Вообще не пью, только редко пью. Газированную воду редко беру. Не часто. Но пью газировки, но не часто. Когда что-то новинка, что-то когда акция, так по одной бутылке беру и все. Это мне хватает и за сколько времени. Вот такая новая фанта. Чтобы вот эту новинку увидел, фанту, экзотику. Нельзя попробовать вот эту фанту. Вот такая. Вот я всегда беру йогурты. Вот Мила. Наше производство. Эрик. Абрикосовые такие. Вот очень вкусные такие у нас. Йогурты. Они разные. Там и клубничные, вишневые, персиковые, абрикосовые, смородина разные. И еще смешанных ассорти. 4 штучки такие взял. Вот йогурт. Мы берем вот эти йогурты. Вот наше это производство Мила. Наши Мила йогурты есть, кефир, молоко, сметаны. Разные продукции есть вот это Мила. Йогурт такие беру. 4 штучки взял себе. Взял вот такой соус. Всегда бизнес суфе. Это наше производство. Такие соусы. Разные соусы там разные. Очень много видов соусов. Вот я взял такой сырный соус. Следующий пакет. По акции взял вот эти армуды стаканы. Как у меня дома есть. Как и нашел вот эти маленькие по стаканике советские. Вот как раз к нему вот эти маленькие взял. Они стоят со скидкой. Со скидкой они стоят 2 маната 19 копеек. Очень дешево. Такие. Пашам бахче. Такие стаканчики. Вот. Армуды. Чай пить. Сейчас. Другие уже нужно мне было. Они уже постояли, как пришел. Нужно их сейчас помыть, эти подстаканники. И поставлю вам, покажу как. Открою эту пачку. Пашабахче. Это турецкая фирма. Очень хорошее производство. У них хорошая вся посуда. 6 штучек вот такие амоды здесь. Следующий. Вот это. И. Так, все. Так.
пакеты на стол не ставлю. Они так... Все. Взял вот это тендер. Вот такой там пеку такой тендер база стоди. Сейчас один на стол поставлю сюда. Взял вот такой слобода, такой оливковое масло, майонез такой оливкой до салата. Вот такой. Тоже там со скидкой было. Маме такой хлеб взял. Это мама такой хлеб всегда. Почему не все появится такой хлеб? Черный хлеб всегда бил ей. Она всегда кушает такой черный хлеб. А я вот такой батончик. Там вот это. Или вот тандир покупаю, и вот такой еще батончик хлеб покупаю. Для бургеров, такие бургеры сад делать, уже наезженный готовый хлеб купил. Вот такие у меня сегодня все мои покупки, что вот это домой взял. Что необходимо, мама там тоже позвонила, хлеб взять такие. Еще чуть-чуть прибавим, взял этот какой соус и йогурт, и воду. Сейчас я вот стакан, вот что я взял, вот, сейчас вам покажу, помоете. Подстаканники советские. Одену на них вот эти амуды, вам покажу, как они выглядят. Это раньше еще это подстаканник, сколько ему лет еще. Еще мама, еще когда еще молодость была, еще эти подстаканники она пользовалась тогда еще. Еще, может, тогда еще мама их покупала, когда то советское время покупала эти подстаканники. Ему сколько уже лет? Еще мама еще молодости была. Мама тоже сколько лет было. Сейчас вам покажу эти. Но красивый стакан. Я их оставлю. Пользуйтесь, может, красивый. Они уже вон побелели все. Сейчас помою, покажу вам. И это все холодильник оставлю. Вот, смотрите. Отполировал их. Так, полировку сделал. Полировал, почистил. Смотрите, они как новенькие стали. Вот соды. Блестят прям. Как... Вот чем как отмыл их, ну вот как такие советские подстаканники. Вот так их все отмыл, очистил, посушил все. Вот один амуд я сюда ставил уже, вот так он вставляется, смотрите. И вот так чай пьете, вот так амуды. Я вам покажу вот так, смотрите как красиво смотрится. Так, амуды стакан, вот так вот. Сейчас еще один поставлю, вам покажу. Вот так. Берете вот это. Вот так. Вот так вставляете и зажимаете. Всеми вот этими крючками. И можешь еще побольше брать. Все. Зажал. Вот такой. Сейчас немножко его сделаю. Вот так. Вот так чай можно пить. Амуды стакан. Вот так. Вот они. Вот такие амуды стакан.